Повышение качества образования – такую цель ставит каждое учебное заведение. У всех свои методы и пути для ее достижения, в том числе улучшение материально-технического состояния. Однако не всегда на оснащение хватает средств, выделяемых из республиканского или местного бюджетов. Выход для решения проблемы нашли в политехническом лицее. Педагоги приняли участие в грантовом конкурсе. В рамках федеральной целевой программы развития образования 2016-2020 мы участвовали в конкурсе «Инициативный инновационный проект». В этом конкурсе участвовало более 700 школ Российской Федерации. И вот нам удалось выиграть этот грант в размере 1 000 000. Мы очень рады, потому что проект у нас тоже очень интересный. Проект вот как раз-таки школа, вуз, преемственность такая, школа, вуз, предприятие. Поэтому мы работали совместно с нашим кумертауским филиалом УГАТУ и с нашим предприятием, авиационно-производственным предприятием. В рамках этого проекта мы хотим приобрести и 3D-принтер, и другое оборудование, которое действительно нам поможет еще и в дальнейшем участвовать в других проектах. Учебные заведения планируют также приобрести компьютерную и лабораторную технику, интерактивные доски. Айгуль Мухаметшина, Владимир Кузьмин. Новости.